Всем привет, ребят, вы на канале Влад в Падлу. Сегодня мы и сейчас даже будем, возможно, плеить на моем любимом Juggernaut. Я хотел, конечно, на каком-то другом поиграть. Доту я сейчас мало играю. Эта игра будет All-Ranked Matchmaking. В данный момент у меня очень мало ПТС, как и всегда. Не знаю, интересная игра на самом деле или нет. I don't know, абсолютно. В принципе, не так уж плохо, даже стики зарядил. Хотя, с другой стороны, а почему бы бфчик не взять? Все-таки будем против... Блин, как же очень сильно глючит. Выключу вот этот прикол. Раскрутим спиннер, тут удача. Блин, конечно, мне очень не нравится. Мой сапик, который что-то мне рассказывал. Уже АФК стоит тем временем. Ладно, мне кажется, мне придется просто взять тут кольцо. Ты даже не стараешься. Как же он плох. Если бы он меня чуть-чуть разогнал, мы бы его убивали. Ну там чуть-чуть абсолютно надо было меня разогнать. Так, ладно. Чуть подхилимся. Как говорится, лазер, ракеточки, лазерокчик. Угу, ладно. Фарму, конечно, тут я плотно иду. Спасибо. Кого? Хорошо. Так, ладно, возьмем сейчас себе это. Кольцо регенерационного ХП. Хлебы, конечно, как-то плохо добивается. У меня не прям пока стоит, если честно, не очень хочет. Не очень он хочет отходить как-то. Через паз, да, качается. Отведем крепселев. Под тангусом хорошо хил идет. Мах крип, конечно же, АФК стоит. У него, в принципе, всегда так. А на следующий стейдж у нас тапок. Тапок и килы, в принципе. Сейчас очень агрессивно не играю. Римстроч, конечно же, попался на это все. Интересная раскачка. Я так давно не играл, на самом деле. Я не лейнил прям против Донбрейкер. Наверное, ни одного раза. Крип очень стабильно добивает только тех, кого я бью. Все-таки не играя в доту, сложно просто так стабильно добивать. А что ты хочешь? Мужик, я не буду этого делать. I need boots.
Мне даже отвезти успели. Нормально. Я думаю, оно того стоило. Сейчас возьмем тапочек. Блин, стик уже 10. У него какой-то есть супер идейный план, где он типа дает мне третий, а я их убиваю, но он не понимает, что единственное, кого мы убиваем, это Веника. А он не подставляется абсолютно. Не хочу ничего ставить. Типа, по идее, все равно сейчас у меня будут. Он их опять отвел. Walk fucking camp, please. Опять ему дал эту штуку свою. Я его не убью все равно. Нет смысла даже. Был бы пятый, кстати, я бы его, возможно, бы даже и убил. Но так у меня ничего не выйдет. Вот ты, кстати, и попался, дружочек. Я не попался. Ну, тем более, он теперь не так будет хотя бы дерзко стоять. Ладно, я вроде крипов начал добивать уже. Нет, 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 она его добьет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шаринка! Эй! Блин, крипа мне не дал добить. Возьмем... Наверное, может даже ПТ-тут. Я по идее, зачем мне ПТ-тут? Maybe with creeps? Начал какой-то ерундой вообще заниматься плотной. Наверное, буду сразу в бой выходить. По идее, мне даже тапок нет смысла апать. Против кого играю. Кольцо вообще позволяет фришно стоять. Веник я не собираюсь. Опять же, он может взять первый. Он может взять на замедление его хотя бы, чтобы я успел. Но он максимально игнорирует эту тему. И хочешь, чтобы я каким-то образом на ноге добежал. Мне пришлось это сделать. Просто пришлось. С другой стороны, не так уж плохо. Всех добили, в принципе, уже нет. Жих, ну что ты делаешь? Почему он просто стоит и умирает? Stop fit, maybe? Вроде нормально, кстати, взял. Конечно же. Конечно же. Ладно. Ну, с фейзами могу веник убивать, конечно. Maybe you pick your slow? Он хуёвый, как и мой английский, причем такой же хуёвый, как и мой английский. Ну, все-таки придется, наверное, взять фейзы и аплистики.
Я проебал фул пачку крипов. И я не сильно расстроен. Ну тоже, на что он рассчитывает? Я не пойму, как я в его мире должен убивать веника? Конечно же, он это разбил. Да ладно. Ну это хоть неплохо. Вот это уже было хорошо. Я еще фуловый теперь. Мужичок. Опа, мою. Ладно, ладно. Но если бы он качнул бы просто первый. С учетом того урона, я не знаю, все гримстроки, которые стояли со мной на протяжении всей жизни, когда гримстрок вышел. Перечили меня через первый, когда я фармлю на милишнике крипов. И просто, ну, был фул чил. Тот же чувак, ну, предпочитает просто как раз на чиле стоять. У нас шмотка любая, причем. Она, конечно же, не падает. Вот, она с этого крипа падает. Следующий. Написал Габен. Говорит, мол, следующее выпадет. В этой сейчас не будет падать. Понял, спасибо. Не знаю, я все время перефармляю без бэфа, поэтому я беру бэф. Скорее всего, бэф дагер просто, или бэф манту. Все равно дагер придется брать. Так что так. Гофиляя. Don't worry, we fuck AM in lane. Что я ему надо посмотреть? Кстати, вроде он лучше, чем играет доту. Хотя все его верды сломали. Абсолютно все. Эхо в ульте. Гимми. Fucking trash. Спасибо, блядь. Понял, чисто троечка Рики такой, да не, спасибо. Я тебе отдам шмотку, которая ничего не делает. И ее тоже забрали. Ладно. Эпичный мой паблик. We can kill him, you know. Come. Я у тебя, блядь, АПМ-очка. Не, ну тебя-то я убью хотя бы. Ладно, я никого не убью. Ничего себе там АПМ-очка на проклике. Ени? Ладно, Рики, по идее, диффуз добьет сейчас. Мне всеми киллами. 3 секунды. Мах. Ну, у меня примерно столько же. Даже больше, по идее. Хорошая шмотка, мужик. Можно, по идее, даже на тройку сразу идти. Мне придется ТП потратить. Пачку заберу. Пойду. А там максимально драки идут. Или он уж... А, ли он мид? Нет, он взял все с мид. Не, манду придется, кстати, делать. В любом смысле, блядь, стоп. В любом смысле, я еще штука шушла, я что-то не выкупил.
Я выкупил моментик. Асинк тебе надо забанить максимум. Чтоб твой просто войс отвратный не слушать никогда в жизни. Потому что такие челы, как ты, не имеют вообще асинка. Только в дуз дошел, стал токсик. Блин, можно было не тратить, кстати. Ну, зачем мне драться? А я, кстати, умер. Вот Рики умер, кстати, мэм. Сколько стаков сделали мужики? Примерно нисколько. А под диффуз. Опять же, зачем вот эта шмотка, если смог лучше? Не знаю, никогда не понимал этого момента. У тебя то есть шмотка... ну, эта штука ничего вообще тебе не дает. А там тебе шмотка дает кучу всего. Так, отлично, у нас есть боевчик. Манту и блинк. Будем фармить? Будем фармить, я не знаю. Мне кажется, мы только фермим фармить можно. Все, у нас пик агрессивный. У нас Рики, по идее, должен сейчас бегать, просто всех левел. Ну, я, мне кажется, крутую позицию забрал. У меня на фейзе больше. Чем у него. Я вообще не посмотрел на его тавер. Это фэк. Я видел, что это фэк. Может даже не манту, а сэншин дьяшу взять. Ой, банально. Ну я бы пошел, но смысла нет, я даже добежать не успею. Я всех убил. Дайте подумать, я, наверное, виноват, да, в этом. Попробуем посмотреть, что она накинет. Ну, на хпшку, кстати, накинула. Опа, тройнушечку дали такую спиннером. Нормально. Главное вовремя выйти. Правильно, мужики? Кто рано встает, тот трипл килл дает. Наверное, пойду еще побью мобиков. Ай, но он не успел. И ее, скорее всего, убьют. У меня так всегда, в принципе. Ладно, сейчас попробую максимально ее засейвить. Так, в итоге, что мы имеем? Плеточка. И плеточка. Чил вообще полная шмотка. Пойди на этот прецендж, да и до герочек дойти, просто ломать лица. Ну и манта, наверное, не нужна даже тут. Ну, хорошая шмотка. Мне понятно, ее никто не отдаст. Так. Сейчас вместе сразу же с этой штучкой заберем. Ха-ха-ха.
Заберем Ancients. Блин, там... Пауэр падает. Я не буду из него лететь туда. Мне троечка как-то поприятнее. Пускай, если кто-то хочет, пускай полетит. Еще одну ТП-шку возьмем. Мне, кстати, по 100 голды, я даже не знал этого мулька. Нажимаю курьера чисто кнопкой. Но чили. Так, маленько. По идее, тут крипсеры выйдут. Заберем крипсеров. Кстати. У меня больше, чем у тебя. Go push, I'm ready. Че с пиндостаном закинуло, блин. Да надо идти, у нас поклина, блин. Рики с диффузиком. На чили там бегает. Башерком. Ну, я думал, успею. Кстати, он неплохо так фидит, красава. Глиф бесполезный. О, пуш. Go. Don't stop. I am only one battle fury. We have push all time. Я сказал, мы можем... Мы имеем пуш всегда. Не-не, я в горловке. Слишком хорошо, я, ну, я чувствую это. Блин, ну нам надо дальше. Ты тоже почувствовал эту горловскую школу английского? Не, ну если это как-то обидел, прости. Лена пошла в итоге фиданула. Ладно, все это шутки шутками. Мы тут за ПТСом как бы собрались, а не за... Можем Рошу забрать сейчас. Мне сейчас дахер будет. Блин, дахер прям нужный. А, ну я понял, как он его убивает теперь. Так, ладно, я думаю, next шмоткой надо брать. Какой-нибудь урон неплохой. Может даже ганимчик какой-то взять банально. Раньше только играл. Можем, в принципе, любого сейчас с тобой бахнуть. Можем Т2 забрать. Грим, I'm ready. I'm ready, Грим. Ой. А, они все в таких штуках. Нормально, ты просадил по итогу. Ладно, но я не ожидал, что у них там 16 Климсонов. Ну и сразу все Климсон купить. Ой, этот, господи, да. Какая-то плохая драка по итогу вышла.
Куча всего. Опа, сюрприз. Go, go back. Не берешь? Go back. Если ты на паке прыгнешь, можно подраться. Мне не даст он больше. Блин, не хватает чего-то. Ну, не хватает на самом деле ульты минимальной вот этой. Чтобы я мог впрыгнуть и по Леону дать нормально. Приколов, а не умирать. Ну, по идее, тут никого не будет. Give me paladin, please. Ты ебал меня чмо, блядь. Чё, просто игнорирует, блядь, меня. Ну, просто лайфстил нужен, а он не хочет отдавать. Смотри, что они делают. Потом игру въебают. Ты, блядь. Не хочу ничего жать. Мы сейчас на месте тупо стоим, мы же могли выиграть. Нам тогда вижен? Нет вижен. Что полку, что мы тут будем стоять. О, Грейшарк, это что, Джаггернаут?
Ладно, прощаю их. У всех бывали ошибки. Это реки не виноват, что... Он такой херовый. Можно бэкать, блять. Ладно. Можно подраться за него. Go, I'm Battle Fury, kill it. Он уже с реки ушел на все поля. Хорошо, go, rush, go, rush. Maybe smoke. Go. There. Smoke. One second. Ну, они как будто не видели. А, ну мы еще их видим. Но они тебя явно видят. А, я тут. Я, правда, без хп буду. Ладно, бэк. Рики, hello, Рики, hello. What are you doing? Hello, Рики. What are you doing? Maybe you gonna fight, baby. А, на тебя, короче, играем. Чел пьяный какой-то. Baby, it's triple. На 20 секунд. Рики, what are you doing, baby? I like your moves. I like your style. I'm ready. Too good. Хит-хит.
7 seconds. I have ulti, I have ulti. 1 second. I'm ready. Oh, Ricky, baby, you kill. Oh, no. А, ну пошли бэк. У нас все линии горят. С 25-м моим зайдем. Может, бабочку какую-то уже взять? Мне по идее башен не нужен, мне нужен МКБ какой-то. Че мне башер? А, стой. А, без тика. Kill. Бэк. Так, они можно схавать. Мне уже что-то взять еще. И по... I'm going in downbreaker. Oh, go kill. I'm going. Я по идее башню нужен все-таки. Так. Мне по идее башню нужен. Все-таки башню нужен. Ну, МКБ тоже нужно. У меня урона 0.0. Я без ульты. I don't have ulti. Фирки ФК стал. До этого-то не особо играл. Чекай. Мы в лоб не зайдем. Ну, зевсом, конечно, веником так не зайдешь. Они предполагают. Нормально там рейндж. Ничего страшного, мы пока карту побьем, в принципе. Ну, где спрыгнул?
Ну, по идее, ради только регенерации стоит эту шматку взять, но... Сколько стоит? 1600. Что там хорошее? Я что-то вообще не записал ничего. Вон Тимал соло. Keep push it line in this. Можно его вспомнить. Он видит, видит, видит. Он там не прыгал, тут прыгнул. Wanna smoke, smoke, smoke and go. Divide it, please, this place. О. Блин, ну мы в лоб не зайдем, они меня просто разорвут там. О, он его нашел, кстати. Можно его убить. Там с БКБ, похуй тогда. Ты не успеешь, по идее. Ну сейчас даже если вот тут задефузит, он прыгнет, да и все. Да и у него, скорее всего, БКБ, этот байбек есть. Я хочу пить воду. Я буду воду твою выпивать. Так думаю, может даже и не стоит мне этот башер уже покупать. Что-то у меня башер этот прям не дает покоя. По идее, всегда его брал. Ну, по идее, было бы, да, и правда неплохая. Absolutely perfect. Oh, that is too good. Парни, всегда следите за мини-картой, пожалуйста. Урики вообще так и появилось. Ну, не знаю, чел, все-таки. Мне кажется, Агила и Скади были бы пополезнее. Набрал просто какой-то ерундистики себе. Из-за этой паузы уже как-то и забылось все. Я не угадал. Я разочарован. Эй, не разочаровывайся. Побьем крипов. Go back. Oh, go back. Go back, go back. Я хосту возьму. I'm going fast. У меня базе стоит, что я сделаю? О, давай, давай, давай.
О, все. Леон, пойдем. Go, this lane. Чё, пацаны, недолго вы дефали, я так понял вас. Блин, ну, все-таки надоело вам дефали. Буду руки с тобой целовать. I'm ready. Creeps and go. Are you ready to combo Wombo? Oh, stop. Мы все выжили. Пускай бегают, пока товара поломаю. Там, блин, без шансов было. Ricky baby, you're so strong. Оу. Бля, если бы Ricky играл, мы бы уже раз 6 выиграли. Блин, ты тавр там тоже не добил. Бэйбэк все равно не придется. Go. Я иду, я успею. Как же сильно. Нельзя, надо выбегаться. Брошь, надо их убивать. Крипов убьем. Мы можем, правда, проиграть. Я не ожидал, что чел мне так сильно лицо пробьет.
Клоунс. Топ 6 лучших реки дота бафа прямо сейчас. Кто на первом месте? Кто в список входит? Давай трон снесем. Как же они меня херячат? И я так не снесу. Надо их убить. Интересный персонаж. Ноль тайст. Мы опять не снесли. Вообще практически ничего не снесли. Что там, что у нас было рож? Не, я мог кушать, но я мог вообще БКБ купить и зайти туда. Но там нужен чел с гемом какой-то. Они все в инвизе стоят или в гости. Почему хочу дагер купить, он прям такой, а так, это у меня так спит. А так спит, тоже по идее поднимет. Что так, рандомчик взлетели. Неплохая, да, у него очень неплохой этот алик. Ой, я сейчас умру. Не, я не умер. Че, герои не умирают? Бейте феника, пожалуйста. Ооо, бейби, это трипл. Я умер. Шутка. Такая вот игровая ситуация получается. Не знаю, ничего интересного особо. Ну, Рики нормально так пытался проиграть. Оу.